Нашел хвост. Что творится? А как вы хотели? Всем добрый вечер. Это на самом деле вечерний чай, только он, так сказать, по-санаторному, по-плесовски. Друзья дорогие, те, кто считает, что пребывание в санатории – это отдых, глубоко заблуждаются. Это похота, это труд. Вам придется, я не знаю, столько отдавать сил для того, чтобы поправить свое здоровье, если, конечно, вы хотите это. Я только что пришла из бассейна. Хвала Всевышнему. Он здесь такой потрясающий. Ну, здесь не только бассейн потрясающий. Я постепенно все расскажу. Но я вот только что оттуда пришла. Укутанная вся, все тепленько. Сейчас чай пью, травяной, Иван-чай. Ну, просто, просто песня. И хочу сказать вам, что если вы собираетесь в санаторий, на самом деле ехать поправлять свое здоровье, вы должны быть готовы к тому, что у вас не будет ни минуты свободного времени. Ну, слава богу, врачи, замечательные врачи, которые подсказывают четко, какую процедуру за какой лучше поставить. И поэтому, если первый день я неправильно там попросила, то на следующий день, это было вчера, я уже четко пошла, как положено. Сначала горячая ванна йод-бром. Меня там разогрели, она там вся в пузырьках. Альюшку сфотографировала, как она там ванну принимала. Какие ощущения, Лиш? А потом уже иду на ручной массаж. Ой, как Татьяна хорошо его делает. Как, ну, она говорит, Наталья Викторовна, слушай, вся каменная-то, да что ж это такое-то? Я говорю, Танечка, ну вот как-то вот так вот, вот, прям как статуя. И смех, и грех. Ну, в общем, вся каменная, вся. Вот ведь, понимаете, как бы весь август плавала, была на море. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, все окаменело. Ну, потому что много сидим за компьютером, мало движения. На уроках тоже в основном сижу. В общем, надо как-то сменить образ жизни вообще. Может быть, уйти с преподавательской деятельности, может, чем-то другим заняться. Тоже, я не знаю, здесь вчера на танцах потанцевала, вчера, значит, попрыгала, тут поскакала, давление сразу поднялось. Вот тебе, пожалуйста, уже сильно-то скакать, уже не наскачешься. Так, понимаете, по духу 27, а в реале-то. А прогулка какая сегодня была. Ой, какая сегодня была прогулка. Мы же пошли погулять с Ильюшкой. Уже включили свет. Очень большая территория. И нас терзают смутные сомнения все-таки. Здесь был когда-то пионерский лагерь. Точно, Ильюш? Скорее всего. Вон сцена. Где? Вон. Пойдемте. Угу. Маленькая сцена. Маленькая сцена, то есть здесь наверняка какие-то летом мероприятия. Скорее всего. Ага. Далее, за маленькой сценой, расположены какие-то маленькие домики. Смотри, Ильюш, вот это летнее развлечение. Велосипеды, ролики, самокаты, теннис, бадминтон, палочки для скандинавской ходьбы, рыболовные снасти, мячи, футбольный, баскетбольный, волейбольный. Угу. То есть здесь великолепная рыбалка летом. Да, здесь вообще летом, говорят, очень круто. Какая прелесть. Так, а вот это зимнее, да? А вот это зимнее. Снегоходы, снегоход Ямаха, такси, сани, метелица и к снегоходу сани. Лыжи, коньки, санки, ледянки, плюшки. Плюшки! Хочу надувную плюшку. Ну, это дальше. Вот дальше? Там лыжная база. Да? Да. Вот разведчица-то, а? Да, я сегодня. Ты без меня все уже тут, пока я вот план спать санаторий. Изволила. Что? План санатория. Угу. Это план. Все понятно. Не, ну территория очень большая. Гидроколонотерапия. Вот я тоже читала. Или это. Гидроколонотерапия. Как, ну, правильно? Очищение кишечника. Да? Очищение кишечника? Кишечника. Слушай, надо, однако, почиститься. Я так и думала, что вы захотите. Да, конечно, захочу. А где каток? Куда не дойти? А вот она сцена. А вот она сцена летняя.
Милые какие скамеечки. А это каток. Территория, в принципе, достаточная для катания. Угу. Класс, идем дальше. А там что? Вот это светится за... Вот это здание, это что? Это ресторан. Ресторан? Да. Ага, понятно. Местный ресторан. Ну, куда? Ушла? Кошка! Ушла? Кошка. Алиюшенька, ну что такое? Ну? Кошка! Ушла? Да. Обидно? Да. Кошка, иди сюда. Так, ну все, мы разведали. Значит, домики летние сдают на прокат летом. Ага. Кошки гуляют, потому что они здесь сами по себе. Кошки хозяйские. Киска, ты Лариска? Кошка, ну иди сюда. Да все, все. Ты понимаешь, что они здесь хозяева? Они здесь хозяева. Кошка. Ой, кошка. Какой воздух. Ну куда, какой же воздух? Моя красотуля. Да ты измалуйся совсем еще. Вот она. Потягушки. Вот она, моя девочка. Ну что ты, издеваешься надо мной, что ли? Я бегать за тобой буду. Все, хватит. Хорошего помаленьку. Кошка, я же сейчас уйду. Алиюшка, она тебя куда-то ведет. Куда ты меня ведешь? Ты хочешь меня шашлык делать? Все, ушла. Я уйду сейчас. Какой снег, какое чудо. След от бурана. Пока-пока. Ой, после полдника. Здесь четырехразовое питание. Девчонки стараются. Не всегда все получается, потому что все как сразу. Раз и нет. Но они потом всех накормят. Все, потому что кто-то на лечении, кто-то немножечко позже там приходит. Но как бы маловато. Но хорошо, ну хоть час, но все-таки прогулки мы в день имеем. Правда, не всегда. Потому что если пантовая ванна, то я берегу себя, думаю, нет, я лучше уже посохраняю вот это все, и тепло, и лечение, все, что во мне. Я только что приняла ванну, пантовую ванну. Ощущения, которые я сейчас испытываю, передать невозможно. Но поверьте на слово, это потрясающе. Мало того, что я пролежала в этой чудо-ванне. Потом меня под белые рученьки повели, уложили и обернули в теплое одеяло, чтобы я сохранила вот это тепло, отдохнула там, расслабилась полностью. А сейчас я пью великолепный чай. Это иван-чай, который здесь в Алтайском крае растет, и с потрясающим алтайским медом. Это просто фантастически. Ой, чувствую я, конечно, себя намного лучше, не такая, как приехала, но болит все. Вот все болит, потому что все расшевелили. Все абсолютно, да и я еще, понимаете, и я еще такого. Там в бассейне есть такая функция, против течения идешь, там под огромным напором выходит воздух, давление такое. А я наоборот на него иду, плыву, то есть такую нагрузку себе даю, чтобы... Вот эти флажки, понимаете, меня оттуда, я туда, меня оттуда, я туда. Ой, это вообще просто чудо какое, а бассейн, какая красота. В общем, друзья дорогие, готовьтесь с полным сознанием дела к поездке в санаторий, если вы собираетесь ехать на лечение. Отдыхать не получится. Труд, труд, еще раз труд. И будете здоровы. Труд, труд, труд. Все перетрут. Всех вам благ. Это была небольшая такая вот... экспромт зарисовка из санатория Обские Плёсы, Алтайский край, недалеко от Барнаула. За вечерним чаем со мной. Будьте здоровы! Спасибо всем вам за ваши поздравления с Новым годом. Спасибо за ваши великолепные комментарии. Вы следите, вы смотрите, что мы тут с Алиюшкой делаем. Она там сейчас вот как раз там танцует, развлекается. Но это же тоже терапия своего рода. Танцы – это очень хорошо. Танцы помогают, поэтому они здесь каждый день. Каждый день какая-то развлекательная программа. Танцы, песни, концерты. Все замечательно. Ну, я, пожалуй, все-таки сейчас лежу, отдохну. Ой. Именно.